После взрыва весь лес покрасился красным. Это 86-й год. Ты платишь моему другу за работу, и ты возвращаешься домой. Не лезь к ней, она заплатит. Конечно, заплатит, как ее батяня. Да ты даже не представляешь, что я для вас для делаю. Для нас спасибо. Я бы от всего этого отказалась бы. Лена! А вот. Я хочу выйти, останови машину. Где, блядь, остановить машину? Да мне без разницы, где, здесь и здесь я выйду. Закрой дверь. Да это вообще работа не для таких, как ты. Выбрось это из головы. Слушайте еще один раз, пожалуйста.